Впереди 90-е и новая задача. Нарушить новые правила и уничтожить все, что сам создал. И я с нетерпением этого жду. Ностальгический четверг с Тимом Бланксом. Шанель, Коко и Кайзер. С вами модный журналист Тим Бланкс. Все любят супергероев, все любят истории рождения супергероев. И, на мой взгляд, Карл Лагерфельд — супергерой моды. И, разумеется, ему нужна своя история рождения. Как немецкий модельер определенного возраста взял бразды правления одного из самых легендарных и значимых домов моды. Когда он пришел в Шанель, дом переживал сложный период. Сама Шанель скончалась в достаточно зрелом возрасте, и последние ее годы были не самыми успешными. Но ему удалось взять то, что она создала, и перенести это в будущее. Я учитываю время, но время очень опасная вещь в моде, потому что оно слишком скоротечно. Даже если кто-то говорит, что предпочитает классический стиль, не всегда уместно то, что носили 10 лет назад. Шанель изменила мир моды. Маленькое черное платье, твидовые костюмы. Все это поклонники Шанель любят и ценят до сих пор. И играть с этим было определенно очень рискованно. Но при этом необходима была свежая струя. И он привнес ее, оставив в центре основную идею, с которой она открыла свое дело. Она хотела освободить женщин, помочь им вступить в новую эпоху, подарить им независимость. И эту идею использовал Карл. Я нарушил правила Шанель, но сохранил идею. Элементы, которые нравятся современной молодежи, например, цепи. Новая Шанель позволяет даже создать образ рок-звезды. Главное — добиться гармонии между уважением и иконоборством. И мне кажется, в этом состоит его подход ко всему. И так было всегда. В случае Шанель эта стратегия оказалась идеальной. Она оставила невероятно богатое наследие, но оно требовало сильного толчка вперед. И Лагерфельд успешно справился с задачей. И до сих пор, десятилетия спустя, он остается колоссом в мире моды. Это был взгляд в прошлое на работу Карла Лагерфельда в доме Шанель. Если вам понравилось, что вы увидели, оставьте комментарий и не забудьте подписаться на наш канал.